Ладинский. Хорошая передача на Зюлева. Вылавливает Зюлев. Удар. Гол! Забивает Исмач. Шикарная передача. Вот так вот. Нежданно-негаданно. Классный заброс от полузащитника. Пропускает Денис Щербицкий. И что интересно, третий мяч в сезоне от футболистов Ислача влетает в ворота борисовчана. Вот такие вот специалисты по тому, как забивать ПАТЭ, есть в команде Виталия Жуковского. 1-1. Чем интереснее будет смотреть. 57-я минута. Забил на 56-й Игорь Зюлев.